Добрый день, друзья. Сегодня храпит лежит свинюшка. Сегодня день генеральной уборки. Поубирал у всех. Начал убирать у цыплята. Они так смешно лезут, прям под руки. Думаю, что я им что-то принес уже покушать. И, в общем, думаю, начну видео записывать вот с этого момента. Я их потихоньку всех кормил. Пока чистил, эту покормил, этому еще не давал, но этот молчит. Эти два валенка уже поели тоже, а эта принцесса стоит, орет. Я у нее только почистил, можно и ей насыпать, да, красавица? На, кушай. Все, почистил у кроликов, почистил у кур, помыть стекла, знаете, помою, наверное, завтра. Мы завтра поедем, в квартиру, зайдем в магазин и купим какую-нибудь мочалку. Потому что тут есть только вот эта страшная тряпка. И все, не сильно хочу, я, в общем, только поразмазываю стекла. Поэтому это все подождет. Слезь, ты получишь люлей метлой. Сколько раз говорил не перелазить. Пришел только что, а они гуляют. Перерыли вот тут все бегали. В общем, паразиты. Метлой получил по мордасам. Ну, мало, да? Надо еще отлупить. Сейчас еще дам по мордасам. Ты что вылазишь? И такой метлой по носу получил. Я зашел у него убирать. Так он еще и паразит. Ну, видно, испугался. Пытается вот сюда вылезти. То есть вот так, через верх. Обормот. И так уже не первый раз. То Пеппа гуляет, то белые свиньи гуляют. Ну, не думайте, что я на него ругаюсь. Они постоянно выходят. То одна, то вторая. У всех почистил. Меня спрашивали в комментариях, можно ли... А вот. На, дурбала. На. Во. Спрашивали в комментариях, можно ли давать ветки с деревьев. Знаете, не можно, а нужно, потому что лишним не будет ветки. В дикой природе зайцы, ну, посмотрев, даже далеко ходить не надо, я им сколько роликов показывал по поводу того, грызете это, что зайцы приходят и обгрызают кору. И вот вы можете, все равно все деревья всегда, ну вот на участке загущены, не все их обрезают, а тут как бы два дела будет. Все жирующие побеги и все побеги, которые вертикальные, все удаляйте. Я хотел тоже сегодня им кинуть, но... В общем, всем привет. У нас целый день идет дождь, прям с утра до вечера. Ничего не сделаешь на улице, прям льет как из ведра. Вот так, поэтому сегодня они... Без веток. Вот так. Сегодня получат тыковку. И на этом все. И сено, да? На эти детятки. Вот. И тебе на. На. Во. Все. Сейчас вам дам добавки. Кушаешь тыковку? Ой, это. Свеколку кушаешь, да, толстушечка? Пузатая нет. Пузатая, да? Будут пацки. Что, добавки хотите? Сейчас дам. А так ножкой наступает. Держит, да? Смотрите, как наступает ножкой. Неудобно. Оп, ножкой наступила. Ну, не ножкой, копытцем. Копытцем наступила и откусывает. Неудобно. О, а так удобнее. Давай. Вот так, помогай. Помогай копытам. Вот, молодец, девочка. Вот так. Ну и хочу... Хочу еще немножко ответить на комментарии. Вот этот, смотрите, видите, побитая свинка? Вот. Вот этот кабан вылез, он выдернул, не знаю, ну, пытался туда залезть, выдернул розетку, ну, то есть вилку, выключил этим свет. И, скорее всего, сюда тоже к ним, ну, как бы, порывался залезть. А знаете, вот у свинок, если они в охоте, у них начинается такая вот, когда к ним кабан пристает, немножко, ну, паника. Не то, что там убежать не хотят, они его хотят побить, потому что он им не нужен, потому что они суперсны. И они подрались между собой из-за этого. Может, запах оттуда услышали и... Ну, короче, делов кабасик. Ну, таких-то проблем никаких не наделал, но чуть-чуть порылись они тут. Но это ничего страшного.
Я их этих быстро накормил, пузатенькие лежат. И чтобы вы сразу не переживали, типа супоросные свинки, даже когда свинки дерутся, то они никогда не бьют друг друга под живот. Я не знаю почему, это в природе, наверное, заложено. И кабаны бьются у кабанов, вот тут побито всегда на лопатке. У них даже вот у взрослых кабанов тут такой щит, уплотненная кожа, настолько уплотненная, что ее не пробьешь ничем. И точно так и свинки. То есть или вот тут возле шеи пытаются укусить, или вот тут за ляжки, за задние пузо никогда не страдает. Так что все нормально. То есть я вам показываю, как есть, ничего не скрываю. Подрались, подрались. Это не страшно. То есть как бы на супоросность свинки это никак не повлияет. Ну а этих нужно сейчас кормить. Видите, ничего нету. Я вчера сказал, что буду уже убирать сегодня, и все равно есть претензии. Претензии типа, ой, помой поилку, невозможно смотреть, противно. Даже вам сказал, вчера ничего не хотел делать. Да, уже ладно, у свинюшек там быстренько позагребал, это вот тут в помещении ничего не надо. Поилку надо идти на улицу, воду нести, мыть, там сарай не помоешь, там свет не включишь, в общем... Помыл сегодня, не переживайте, время есть, все сделал. И еще сразу, тоже пока не начал убирать в начале, потому что, может, не досмотрите, в комментариях пишите, что это может быть пальцы кривые от недостатка витамина D. А я же вам показывал и просили, так, у меня же все есть, вы не переживайте. Просили дать тревит. У меня форвит есть, тревита нету, но я вам не о нем хочу сказать, а просто для сравнения. Смотрите, форвит, витамины. Витамин А, витамин D, витамин Е и витамин F. Увидели? Я цыплятам вот это даю на камеру, вы все видите, ничего не скрываю, это нутрил с селеном, это для свинюшек внутривенно, ну внутривенно, тут вот написано, раствор для инъекций, видите, вот, для инъекций. Это же то, что я даю цыплятам. Это я свинюшкам колол. Он еще годный. Ну, вот сейчас прям вот-вот просрочится. До 12-22 года. Ну, как-то так. А вот, смотрите, нутрил с селеном. Смотрите. Витамин А, витамин В1. То есть витамины группы В. Смотрите, В1, В2, В6, В12. Витамин С, витамин D. А то, о чем вы говорите. Витамин D не усваивается без витамина К. Витамин К, витамин Е. Понимаете? Кислота фолиевая, кислота никотиновая, лизин, метионин и триптофан. Еще и селенчик вот с селеном. То, что нужно для птички. Вот так. И, то есть, как бы, витамины сильно часто не подаешь. Когда я привез цыплят, я их пропоил витамином. Вы видели, 4-5 дней и... Потом можно давать витамины, но не постоянно. Это не нужно, потому что будет переизбыток. Еще я даю им, это тоже я показываю, рыбий жир. Понимаете? То есть как бы, по наличию питательности и всех витаминов в корме у них нормально. А пальцы кривые могут быть или из-за холода, или из-за инбридинга. Все, то есть вариантов других нету, и какие будут, такие будут. Витаминчик сейчас налью. 2 грамма на 4 литра, вон водички набрал, сейчас много, потому что просто разбавлю на 4 литра, ну и пусть пьют. Вот так. А так, знаете, выглядят они такими, ну то есть как бы чуточку лохматыми, но при этом только что вот, видите, все поубирал. Они такие шустрые, поэтому по загону бегают, бьются. Еще обращаю внимание, что курица начинает их бить всех подряд потихоньку. То есть, вот видите, черный сидит перед ею, она уже на него и не реагирует. Но когда глянет, клюнет. Поклевала сегодня вот эту рыженькую курочку. У нее прямо такая вот... Ну, сейчас буду убирать, покажу. Прям гематомка небольшая возле уха. Девочки,
Что вы деретесь? Что вам спокойно не живется? И еще спросили в комментариях, какой... Вон опять покус... клюнула рыженького. То есть переклюнул. Переключилась на другого цыпленка. Вон, гоняй, ты что делаешь? С черного перешла на рыжего. Наверное, ее нужно уже отлучать от них. По поводу свиней. Написали в комментарии, какой вес примерно у этих девок, у моих белых вьетнамок. Около 100 килограмм, может 110, может чуть не хватает 100 килограмм. Но в пределах 100 килограмм, возможно, мне кажется, что все-таки в них больше, чем 100 килограмм. Они крупненькие. Когда мы вернулись сюда, они были около 70 килограмм, может даже чуть меньше. Они уже второй месяц суперосные, они стали кушать дробленку. Ну, как бы здесь появился свет. Ну, я не знаю, как это все сказать. Они стали чуть поспокойней, нет взрывов, и, ну, как бы все нормально. Мне кажется, что вот из-за вот этого всего они стали хорошо набирать вес. Все. Пусть это сейчас поубираю. Ой. И смотрите, я же сказал, что возьму перепелок. И перепелки будут не взрослые, еще маленькие. У меня вот эта клетка для больших перепелок. Если им будет в ней холодно, у меня есть брудера, которые для цыплят. И вот в них они могут посидеть там две недельки, пока подрастут и, ну, то есть соберутся нестись. Да, девчата, бьетесь? А теперь пошли, я вам покажу. Покажу, как это. Как цыплята мне помогают чистить. Детки. Вот сейчас вам покажу гематому у красной курочки. Вот они ручные. Видите, какие кашки хотят? Вот, видите? Возле уха укус. Эта курица ее схватила. Как вам, сфокусируйся? Вот. Видно? Видно. Прям возле уха. Вот так. Ты чё бьёшь? Чё ты переключилась на красного цыплёнка? Ты чокнутая, да? Смотрите, как они мне помогают чистить, да? Ждут кашу. Укусила, зараза. Ты чё укусила цыплёнка? Видите? Вот синяк, прям рано. Вот прям наблюдаю за тем, что прям хочется мне эту курицу уже отправить в общий двор. Кыш! Кыш-кыш-кыш-кыш! Оп! Во! Что вы ждете? Сейчас я вам все дам. Прям терпения нету, да? Нету терпения. Вы тут песка сколько накидали. Дурёхи. Отойди, сейчас тебе лапки по это. Ты чё это? Гля, какая. Ты чё такая борзая? Отойди. Отойди, гля. Валенки. Кэш. 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 Голодные, да? Я вам принёс кашку. Сейчас дам. Сейчас дам. Во. Видите, как перебрали все сено, которое я им кидал. Вот эти все маленькие листочки, которые там отваливаются. Они все съели. Вроде стали поактивнее. Температура на улице высокая, плюсовая, прям высокая, 10 градусов, 11, и в помещении 14-15, а там, где вот они находятся, там градусов 18, да? Паразитка такая, курица, бьет теперь курочку вторую. Вы все пишете, что это не курочка. Кто мне написал, что здесь 5 курочек? Ну... Ладно, я даже согласен быть неправ, если будет 5 курочек. 5 это лучше, чем 2, но здесь 2. Да, Кэш? Оп.
Вот так. Все, я вас оставлю с ними. Не знаю, они будут на вас бросаться на камеру или не будут, а я пойду ведро вынесу. Оп. Сейчас. Отстаньте! Пристали к этому. Камера. Не уронили? Нет? Теперь с дверью. С дверью сверху не подлезешь. Да? Цыплятки. Что вы тут выглядываете? Давай я все вычищу, давай. А вам туда свеженького сена. Что ты ждешь? Вы видите, какой самый общительный. Кэш. Подстилка сухая. Это хороший признак то, что у цыплят нет поноса. То есть как бы сухо все. Бывает, когда каши объедятся, помет немножко становится, ну, не такой прям крутой. Но это не значит, что понос. Понос — это прям жидкое. Так что тоже вот обращайте внимание на это. Курочка. Аккуратно. Так, так. Сейчас курица вас толкнет. А это нехорошо. Ой. Во. Видите, все сухое. Все сухое. Еще удивительно, знаете что? Курица большая. Ходит в туалет в основном прямо вот туда постоянно. То есть, ну, как бы такой, как... Да, можно поговорить о помете. Крупный помет, не свойственный по размеру для цыпленка, находится весь там. Петухи со мной не дружат, а вот две курочки дружат, смотрите. Или не то, что они курочки, а то, что эта паразитка их обижает. Да, потому что вы со мной дружите, она не разрешает, а вы ей вопреки. Во! Это петрухи. Видите, веселенькие. Веселенькие. Одно время казались такими слабенькими какими-то. Во! Все. На. Угу. Все. Все, загородили. Ну, это ж цыплята, а не свиноты. И на кормушке сидят, и где угодно. Во. Все. Так. А там сейчас выгребу тоже. Во. Детятки. Красиво, да, как все чистенько. Сейчас дам кашку. Ну.
ну не клюй, цыплят. Пойдешь сейчас до петухов. Они тебе... Там больше не петухи, больше куры уму разуму научат. Вот. Все, вот и порядок у всех. Все булочки эти лежат, этот лежит. Знаете, когда ты только приходишь, они встают и тебя встречают, и редко когда увидишь, как они отдыхают. Но когда ты тут находишься давно, ты уже им надоел, они на тебя косо смотрят и думают, когда же ты уже уйдешь, да? Скажи, дай уже нам отдыхать, мы уже и наелись, скажи, и напились. Так что как-то так. Угу. Где мой совок делся? Не ругайтесь, а ты не бей цыплят, поразительно. Кэш, это всего лишь опилки. Кэш. Вот. Сейчас все разгребут. Вот. Вот. Все, не боимся. Страшно. Сильно светлые опилки, да? Нате вам сено, нате. Оп. Оп. Вот эту всю мелкие листочки, всю труху съедят, прям вообще красота. Кормушка. Давай буду кормить. Давай. Все. Порядок, да, детки? Сейчас вам кашки дам. Не лезь сейчас. Вот. Идем сюда. Цып-цып-цып-цып. С мясом. Каша с мясом. Некоторые пишут, зрители, что... О боже, не видел, что цыплятам давали мясо. Да как? Ездишь прямо на рынке, ну, в ветаптеке вы можете купить мясокостную муку. Это то же самое, только пережаренное в этом, в печи, или как она там приготавливается. А я отдаю обычное мясо, варили себе, и кусочек накромсал им. И, ну, кулек хоть не ешьте, дайте высыплю. Во! Вот так. И вот каша обычная, ну, дробленка вареная. И куски мяса там, ну, такое. Они вон с удовольствием все едят.
И, ну и этого чуть-чуть домешал рамулечку, потому что по-другому они его не хотят. Много из вас, кто писал, так сделать. Спасибо за советы. Опачки. Спасибо. Вон, видите, курица показывает, где мясо. И учит их его брать. О, выбирают. Понимают, творожок, мяско, такое им вкусненько. Он схватил. Все, красота. Видим, сейчас чуточку сена кинуть. Ага, вот он. Пепочка, ты поела? Так, это все брать. А еще пишите, почему я храню яйца в сарае. Не знаю, я не задумывался об этом. Домой мне столько не надо. Тут прохладная температура. Ну, лежат они. Я каждый день забираю там 10, может, меньше по мере поедания дома. Просто сейчас курочки начали хорошо нестись. Вот они и яйца насобирались там. Не знаю. Пепита, это я тебе водички не налил, да? Вот так. Кто пишет? Баночки. Баночки для кроликов грязные. Да не грязные. Вот помыл. Новенькие высушил. Я же не могу это все делать каждую секунду в то время, когда нас нету дома. Понимаете? Так что некоторые наезды или тыканье меня носом не обоснованы. Ну, я не обижаюсь, а просто говорю вам как есть. И это не оправдание. Меня не было здесь. Да, бывает... Загаженная поилка, цыплята не слушаются, залетают, гадят на нее. В этой сарае это не проблема. Вы просто, как вам, знаете, как сказать правильно? Вы себе выстроили картинку в моем сарае, чуть-чуть не соответствующую с действительности. Свиньи могут сидеть на грязном, если у них один день не почистить. Цыплята могут пить из грязной поилки. Паразитка курица. Уже на всех нападает. Куры могут пить из 100-летней кастрюли, а не из новой поилки. В этом тоже никаких проблем нету, поэтому... Ну, мне все равно, ну, комментарии же читаю, вот я на них и отвечаю. Вот так. Ну и грязное стекло. Это выглядит как бы не очень, но на самом деле это проблемы, что нету. Так что как-то так. Но я помою. Раз не очень, значит, я помою. На. Вот зараза, курица. Пойдет она на выезд. Ну, ладно, не сегодня. Свет сейчас выключу. И будет нормально. Да? Крольчихи. Пока чистил крольчих. Вот эту, просто не то, что там мацал, прям еще срок маленький. Сегодня 12 число или 11. Прошло 10 дней, где-то дня через 4, через 5 можно будет ощупать уже на наличие комочков таких в виде, как черешни размером, вот так, ну не прям давить, а просто вот так, когда водишь такую неровность брюшка, можно уже прощупать крольчат. Ну это не важно, ну а так я же говорю, под живот ее вот так взял, ну и кажется, что пузатенькая. Надеемся, что раз они фыркали, что они сукрольные. Да? Хватит. Не ругайтесь, не бейтесь, курица, я тебя сейчас придушу, паразитку. Пойдешь сейчас к этому. Вот туда, в двор, там тебе черные мозги вправят. Паразитка. Все, так, а где делось это? Вот они, ага, мышку увидел. Мышка — это нехорошо. Значит, нужно купить еще конфет. Что, вы утрамбовали уже все, да? Вот, мяско, выбирайте. Выбирайте обормоты. Давайте, вместе с кашкой. Какие, глянь, наглые. Давай, вы сейчас все с опилками тут намешаете. Выбирайте. Выбираем, давай. Клюем это все. Вам съедобно. Вот.
Вот мяско, бери. Какой большой кусок схватил и таскает. Обнаглевшие цыплята, да? Ну ладно. Небольшой-то и расход того мяса до творога. Творог, кстати, есть еще, но я думаю, ну, тот кусок, который я покупал, и он еще есть, но думаю, принесу сегодня только мясо, потому что это уже наглость, и то утром принесу творожка. Да? Обормоты. Он для схватил. Подавишься. Ну, как жалко, даже если вдруг кто-то заберет. Он. А, крылья расставил. О, боже мой. Молча надо бегать, а не пищать. Пищишь, все понимают, что у тебя кусок мяса в клюве. Ля-ля-ля. Валенки. Валенки, подавишься. Подавишься. Все. Можно сюда, ну, повесить водички. Водички крольчихам. О. Повернулась, гляньте, какая пузатая. Пузатая девочка, да? Какая пузатая. Будут там пацаки, нет? Давай, рассказывай. Ой, я извиняюсь. Съемка. Съемка одним кадром. На водичку, оп. На, и тебе, красавица. Сейчас дам тыквы. Тыковку сегодня из сочного. Давай веточку грызи. Читал еще комментарий, типа, интересно, а когда крольчата появятся, будут перескакивать? А я же говорил, что когда будут крольчата, отгородим, точно не нужно перескакивать вместе с крольчатами. Хотя я уже тоже об этом говорил, что могут же крольчихи жить в одном загоне, а кролиться в разных этих. Но они должны так жить, понимаете? То есть, вот если бы они жили сейчас вместе, в большом загоне, вместе с кролом, она бы там где-то в углу окролилась, и кормила. Ну, я не знаю, как у кроликов. У зайцы, что кормят все подряд, крольчат. Что ты роешь? Что ты роешь? Что ты роешь? Нос чешешь, что ли? А сено? Или прячешься? Мостишь гнездо рано. 10 дней прошло, дуреха. Рано собирается гнездо мостить. Кролу еще нужно ячменя принести. Девочки маленькие. Водичка подоспела. Будешь? Давай, выше, давай. Во. Хотя у них стояла полная. Пеппа, ты съела сухомятку и даже не запила. Я не поставил, да? Вот паразит, скажи. А это хочу поставить вот здесь, возле кормушечки. Во. Вот так. Ложись на бочок, пусика посмотрим. А ну, шевелятся, нет? По идее, уже больше месяца прошло, как он кастрирован, да? Кто помнит, когда я кастрировал? Нужно посмотреть по видео, я не запомнил. Хлопец непослушный получил метлой по морде, да? Получил? Еще под стену не грызли, цены б вам не было. Ну, это не всю дыру, они прогрызли. Это вот те две белые обормотки грызли. Все, сейчас тыковку дам. Все. На, тыковку. Кушай. Этот обормот не сильно, но все равно ест. На. О! Все. Ну, что за потягушки? Раз. Все.
курам сходить. И все, папе водички дать, да? Курам пол тыквы взять. Девочка, на. Ты поела сухомятку, да? Тебе все равно. Я тебе сейчас дам, паразит. Не вылазь. Не вылазь, на. Вечно голодный. Вечно голодный. Так. Ну, а завтра уже помою. Стекла и помою окна. Одновременно мочалку принесу. И все. Пошли к курам. Вот видите, льет с крыши. Ну, сейчас не могу сказать, что сильный дождь, но не заканчивался вообще за весь день. Просто без перестанку. Льет и льет. Льет и льет. Как-то так. Курочки все равно выходили гулять. Они вот там под навесом гуляют. На свежем воздухе, да? Девки. Мокрые. Лазили на улице, да? Мне написали, что вот эта курочка нахохленная. Типа что-то с ней случилось. Вчера, когда я зашел, она сидела на полу. Я ее в гнезде сегодня видел, она несется. То есть у нее и гребешок красный. Ничего не нахохленное. Просто вот это же вы, я уже показывал сколько раз, куры бьют друг друга. Может, ее обижают, и она не хочет залазить на насест. Ты что усела в гнездо? Какой гребешок смешной. Пупырки в две стороны. Видите? Это что за роги на гребешку? Притрусил опилками в гнездо, потому что, ну, как бы ногами лезут, а опилки... Что тебе надо? А опилки к лапам прилипают. И это... И тогда яйца не грязные. О боже. Ты неслась или спать уселась? Не, снеслась. Снеслась, молодец. Большая курица, маленькое яйцо. 3, 6, 7. Да? 5, 6. Тепленькая. Все? 7. Нету. Много кто пишет, что типа опилки в гнезде плохо. Но никто ни разу не написал, почему. Просто пишут, что плохо. И уже который раз типа пишут, наложи туда сена или соломы. Но я не вижу проблемы в опилках. Если вы мне обоснованно напишите, почему опилки плохо в гнезде, то, возможно, я пересмотрю свое мнение на это. Но я пока не понимаю, в чем проблема опилок в гнезде. Лапки, вот по вот этой грязи, вот смотрите, тут сразу выход и сразу грязь. Курочки заходят с грязными лапами, лезут в гнездо, опилки налипают им на лапки, и гнездо остается сухое, и яйца тоже чистые. С соломой такого не будет. Зимой, если в гнезде солома или сено, яйца просто черные. Вот так. Ты добрый, Петька, да? Тебе нравится, когда я прихожу, тот меня боится, да? После метлы запомнил. Вот так. Ладно, друзья. Здесь все хорошо. Порядки понаводил. Ага, еще хотел ответить на вопрос. Почему мне не помогает Ваня? А что тут делать? Тут где... Это как укладывается в голове, что типа тут много работы? Сейчас тут вообще нет работы, абсолютно. То есть я здесь провожу максимум час за раз. Ну, типа два раза прихожу, два часа здесь провожу. Да, когда там побелка или еще что-то, это занимает чуть подольше. А так, когда я пришел управиться, ну вот сколько записываю видео, сколько и управляюсь, так это еще и почистить успел. Вот так.
мне помощники здесь сейчас не нужны. Тем более от ребенка, понимаете? То есть ребенок должен быть ребенком. Вы видите, какой он работящий, Ванюшка. То есть он, когда вот мы рвем, например, сорняки в огороде, он с удовольствием помогает. Но а здесь точно мне никакая помощь от него, ну, она просто не нужна. То есть то, что, как сказать правильно, то, что он может помочь, если я его попрошу, он поможет. Но если он сам не просится сюда, значит, это ему не надо. Вот, понимаете? То есть, как бы, любить животных никто не обязан. Ну, я имею в виду вот сельскохозяйственных. Может, его жизнь не будет связана с этим. Я ненавижу династии, понимаете? Вот, когда, типа, я ветврач, и сын должен быть ветврач, и внук должен быть ветврач. Это если вы заставляете ребенка. Если он сам решит быть ветврачом, это нормально. А так вот это неправильно. Каждый человек индивидуальный, он должен развиваться так, как ему хочется. Не хочет ребенок ходить сюда, не надо. Понимаете? То есть я иду, если бы он хотел, сказал, папа, я пойду с тобой. Пошли, что нет. Но он не просит, значит, не хочет. Вот так. Все. Все в порядке. Все курочки здоровы. Никто не чихает. Йод я давал 2 раза. Не знаю, помог йод, не помог йод. Лекарства никакого не давал. Все, яйца забираю. Яиц много каждый день. Ну, как бы вы скажете, на 23 курицы 7 это мало, но для одной семьи это много. Когда один день 7, другой день 12, можно продавать. Вы видите, сколько их там лежит. Да, девчатки? Вот так, все. Всем пока-пока. Вот, видите? Бьет. Ты что бьешь ее? Что ты бьешь ее, идиотина? Сидит себе маленькая курочка, ты ее обижаешь. Маленькая. Бьет тебя паразитка. Не лезь! Гля. Паразитка. Вот так. Ладно. Всем большое спасибо за просмотр еще раз. А, да, еще отвечу. Написали, что добавку, которую я даю в корм, в сухой, типа неправильно, что я даю его в сухой, и он типа просыпается вниз. А как он туда просыпется, если дробленка, мука почти мелкая? То есть он точно так, как и крупа от дробленки, вот прям мука, зависает полностью по всему пространству корма. Ничего никуда не просыпается. И я вас уверяю, что когда курочки едят корм, то они едят и добавку, которую я даю. Ну и все. Все, друзья. Видите, курочки накормлены. Всем пока, третий раз.